I'm alive. Садись и кушай кашку. Вот это хочу. Про Финкл. Нет. Про Том и Джерри. Давай, садись. А собаки тоже голодные. Я, в общем, сейчас быстро кушаю и пойду на маникюр-педикюр. Попробую сделать, потому что столько дней у нас не будет. Хочется, чтобы ногти были в порядке. Не перекрашивать. Перекрашивать там некогда мне будет. Таня пока еще спит, Клима отвела бабушке Лизе. Я наконец-то закончила свой педикюр. Представляете, маникюр-педикюр занял у меня 4 часа. Это жуть какая-то. 4 часа сидеть. Я так проголодалась, что еле до дома дошла. Мне аж дурно было. Сейчас мы с Саней поедем в магазин. По мелочам купить Климки, там всяких вкусняшек в дорогу. В общем, дела делать будем и собираться целый день. Саня уже сложил свои вещи, как вы видите. Чемоданы готовы. Вот такой у меня педикюр получился. Ну и вот мои ногти. Мне очень нравится. Хотя бы это стоило того. У пилота целых 2 косточки, и он не знает, какую выбрать. Тимунёшка, ты останешься один целых 10 дней. У нас дома, как обычно, будет жить Сашина мама с собаками. Пруэт. Это Климкины вещи я собрала. Я Климкины вещи отдельно в его чемодан положу. Да? Давай. А ты же уже что-то накидала в голову. Я выложу сейчас. Выложу так сейчас. Вот снимай. Вау, раскардаш. Да? Так. Получается, все вкусняшки в этот, да? Большой? Да. Давай. Смотри, я ему беру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 маечек. Хватит? Придется там стирать. Нет, я себе 10 даже взял, возьми ему чуть-чуть побольше. А нам что пудов захочется купить там? Ну, какую-нибудь классную маечку, нет? Я думаю, с этим у нас не будет очень много времени, потому что у нас всего 4 дня, да. Мака! Мака собака! Мака, собаки, пей. Иди сюда, 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 сюда. Ой, аккуратно. Ну, тема темная, слушай, вообще вот эта вот палка, она офигенская. Одну я кофту взяла. Да, одну кофту, хватит. Лучше еще пару мальчик заложи. Нет? Пару маечек. Вот она вообще реально, знаешь, это очень крепко держится. И даже нет, да, чувствую, вообще, что... Вообще, ну, что она реально... Маечки еще без рукавов взять, да, спать? Да, слип-оны давай, чтобы спать, да? А, голова кружится. Номинейшн. Есть такое чувство переживательное, переживательное? Есть, есть. Переживаешь, переживаешь? Ты переживаешь за что? За то, что что-то забудешь или за что? Ну вообще всегда такое, да, предчувствие. Да, да. А еще и медвежья болезнь в этот момент проступает. Нет? Нет, нет, у меня тоже нет. А что ты выпрямляешься? Нет, ты выпрямляйся, все выпрямляйтесь. Все вставайте на лыжи и выпрямляйтесь. Это носки и трусы. Да зачем нам это? Кому нам? Ну, вообще всем, говоришь, это носки и трусы. Не знаю. Все просили, чтобы я снимала, как я собираю вещи. Вот так вот, вот это. Вот мы снимаем. Так, труселям бы сюда. Кофточка, в принципе, все. Надо было, наверное, сюда, да, класть или нет? Ну, половину на половину.
Здесь лямочки, там застегнуть. Угу. А лямочки-то туда упали? Надо их достать. Надо их достать. Что такое? Жалко дом оставлять. Дом оставлять? Да, собак жалко. Мои нёшечки, мои колебашечки. Не люблю так их. Вот сюда, давай вот сюда. Пилот, иди с нами. Быстро он выскочил. Быстро ты выскочил. Быстро выскочил. Так. Не, он такой бедный, сладенький. А? Дрилька. Дрилька. О, зато хороший, хороший. Хороший, хороший. Где? Вот. Тихо пропала Климаська. Стабилизация. Во. Климаськина вещь приготовили, это он наденет завтра. Это наша счастливая маечка, ага. В которой он летает постоянно. Если вы заметите все наши видео в самолете, он в этой майке. И он всегда в эту майку под конец... А, не всегда, один раз обетовал, да? Обливал. Да. Счастливая маечка. Ой, еще такие носочки. На, смотри на себя. А на компьютере смотри. Ничего. Ну просто. Видно? Я тебе не нравлюсь? Нравишься. Катя пытается там смонтировать видео. Купили новую камеру. Что-то по типу GoPro, да? Взяли ее в водонепроницаемый корпус, засунули. И все видео целый день снимали. Ага. И теперь звука нету. А это все физика. Физику надо изучить. Да. 5-11 класс. Ну и в общем, звук такой неудавшийся, беззвучный у нас получится. Да. Ну, давай экскурсию проведу. Нормальную, со звуком. Give me please. Вот мы уже собрали чемоданы. Тут у нас вкусняшки для Климаськи. Плойку взяла, шлепки мои Санины. Здесь у нас все лекарства на всякий случай. Что еще? Тут шампуни всякие. Так, вот это еще надо будет сложить. Убирать? Сюда же убирать? Да, надо вот сюда в пакет положить, чтобы вдруг не забьется и пасту туда же. Тут Климаськина у нас вещи полностью упакованы. Тут у меня косметика всякая. И здесь косметика. Это я возьму перекусить в самолете, чтобы не обжираться. И здесь по мелочи бананы я взяла, вкусняшки для Клима. В принципе, все. Мы почти готовы. Я сейчас быстро монтирую видео в чемодан. Только не нагадь нам, как в прошлый раз. Он нам однажды нагадил в чемодан. Это ужас какой-то. Кроксы приходится постоянно мыть, отмывать. Я их помыла, они уже высохли, чистые. Он поедет в слепонах, а кроксы мы возьмем с собой. В общем, Саня отвечает за технику. Техника. Я за вещи. И мне нужно смонтировать видео. Я про маникюр скажу. В общем, я сделала, мне нравится педикюр, вообще волшебный. Но я до этого всегда сама делала себе маникюр. И я никогда не срезаю кутикулу. Секрет в том, что если ее не срезать, то она не растет. То есть вы мучаетесь, она отрастает елочкой, нужно потерпеть год. Вот просто не режьте, отодвигайте ее, отодвигайте, и она выровняется и станет нормальной. Я сказала девочке, не нужно мне резать кутикулу. Она мне все равно по бокам порезала, и у меня все ногти воспаленные, прям болят пальцы. Хорошо, что она мне вот здесь хотя бы не резала. Представляю мои отекшие руки. Ужас. Больше в жизни не буду обрезать, просто отодвигать и приходить красить. Все. Больше ничего не надо. Маникюр – это ужас. Какой-то. Катя, где вот зарядки? Для вот этих шнуров. А, сами блоки на кухне один. В общем, вот моя программа. Я сейчас буду продолжать монтировать. Ставлю это видео. И всем пока-пока. Увидимся уже утром в самолете и так далее. Обязательно будем снимать для вас влоги из Турции. Всех люблю. Пока.